когда-нибудь стук барабанов всех соберет нас воедино. Мы бросим заспанных мочалок в раю кухонной кислоты и в пожелтевшие стаканы седой еврей нальет нам пиво. И мы из трубок, как бывало, поднимем коромыслом дым. Какие пламенные строки! Ну что ж вы спите, капитаны? Скорее хватайте аркебузы и прекращайте ваши сны. Но я все что-то на востоке, а вы все как-то на диване, как перезрелые арбузы в кладовке заспанной жены. Но все ж о вас пора по коням. Спускайте на воду диваны, пусть плачут жены на причалах под завывание дочерей. Бог даст, ребята, не потонем, а черт не выдаст, так дотянем. И море нас не укачает, и с курса не собьет бары. И там на севере Гондваны у Камалжанова пролива причалят к берегу Тиваны, причалят словно корабли. И в пожелтевшие стаканы седой тунгус нальет нам пиво. И мы из трубок, как бывало, по-капитански засмолим. И в пожелтевшие стаканы седой тунгус нальет нам пиво. И мы из трубок, как бывало, по-капитански засмолим. Ну, вроде ничего, да.